Участницей по имени. Меня зовут Баженова Елизавета. Елизавета, очень приятно. Я Азамат. Как дела, как настроение? Отлично. А как ты выступила? Мне понравилось все, что хотела, сделала. Молодец, я очень рад за тебя. И мы все рады, конечно, каждому участнику, который приходит к нам. А ты волновалась? Да. Я тоже волнуюсь. Ничего в этом страшного нет. Поэтому сейчас все позади, можешь выдохнуть. Выдохни, все, расслабились, все хорошо. А, я знаю, что у тебя есть что сказать друзьям, которые не занимаются танцами. Я хочу сказать, чтобы они работали над собой всегда, потому что нет предела совершенству, чтобы всегда хотели быть лучше себя. И записывались на танцы. Все, да? Все, кто не танцует, приходите на танцы, да? Нет, главное найти то, чему душа лежит. Смотрите, это было интервью от Азамата. До свидания. А ты придешь к нам еще поучаствовать? Конечно, хотелось бы. Мы будем с нетерпением ждать, потому что нам нужны таланты. Есть какие-нибудь пожелания к конкурсу? Пока что сцена просто бомбезная. Еще свет, дым, никогда такого не видела, хотя танцую уже 8 лет. Но на самом деле очень круто, спасибо организаторам. Супер, спасибо тебе тоже большое, тебе успехов, удачи, побольше побед, конечно же. Возвращайся, и мы будем ждать всего самого наилучшего. Спасибо.